Всем море приветов, дорогие друзья, подписчики, гости канала и желающие посмотреть прохождение Evil Within в моем исполнении. Значит, друзья, я очень соскучился по этой игре. Как вы знаете, у меня сгорела видеокарта в не очень подходящий момент, на самом интригующем моменте, когда мы спускались на лифте куда-то там в неизвестность. И мне уже не терпится продолжить. Давайте. О, божечки, что же там будет? Итак, напоминаю, что мы многое узнали о судьбе Рубика, о его семье, о нашей судьбе, то есть о судьбе главного героя Себастьяна, о том, что у нас погибла дочка. И вот, собственно, этот лифт. Мы спускаемся. И как бы ничего не предвещало беды. Вау! Зашибись! А я на минутку подумал, что... Я спокойно, без проблем доберусь на лифте, куда нужно. Какого хрена? Город? Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Мы так не договаривались! Оператор, твою мать! У тебя лифт протекает! Помогите! Пришлите бригаду ремонтников! Охренеть! Давай-давай-давай-давай-давай! Открыли, да? Так, хорошо. Эпизод 11, воссоединение. Фуррр. Промок до нитки, да? Так, манекены... Ты это, надеюсь, не будешь на меня бежать, как обычно? И здесь бывает в этой игре... А, еще манекен! Еще манекен! Стоять! Так, ну, нам, видимо, сюда. О, красиво. Похоже, уцелела только психушка. С чего бы это? Да, это крайне подозрительно. Весь город покрашился, а психушке плевать. Она стоит себе, лишь поблескивает огоньком. О, зато есть лошадки. Каруселька. Так, ну... Вряд ли, да, я туда попаду? Да, здесь очень много предметов. Очень много... Видимо, большая нагрузка, да, на видеокарту и на процессор здесь. Поэтому у меня малость все равно проседает. Но, друзья, надеюсь, это не критично. Так. Ну, я правильно бегу, да? Здесь вообще пока не совсем понятно. А, допустим, на карусельку я могу прыгнуть? А, твою мать, ладно. Эх, а я надеялся прокатиться на лошадке. Ладно, плевать. Отель. Давайте, что ли, в отель прогуляемся. Вау. Что? Что происходит? Да реально, город прямо на глазах у меня разрушается здесь. Кругом ямы появляются нездоровые. Ну-ка. Нет, сюда я не попаду. Нам, видимо, вот сюда. Воу! Да реально! Я проседаю вместе с частью города. Охренеть. Вы только посмотрите на это безумие. Зато рекламка белых блузок. Это миленько. А еще можно попить кофе. Можно было бы. Коли было бы здесь открыто. Вау. Вау. Как-то ненадежно выглядит этот автобус, да? Как бы он на меня не упал и не придавил, это было бы не очень круто. Твою мать! О, божечки, накаркал! Кстати, автобус реально очень похож на школьный автобус из фильма «Джиперс Криперс 2». А кто смотрел этот ужастик, тот меня поймет, да? Жуть.
Ну, нам, наверное, сюда. Вот какая-то дырка есть. Опа. Хуяк! Я пришел! Выходите с поднятыми руками. Так, а где лампа-то моя? А, во, все. Так. Разруха кругом. Божечки. Опа, патроны. У меня максимум, да? Надо бы еще вспомнить, как играть. Я все подзабыл, значит. Максимум гранат. Гарпун тоже нормально. Одна аптечка. 4 укола. Снайперка, дробовик. Давайте дробовик тогда уж перезарядим, мало ли. И значит, на двоечку, что мы там оставили, на двоечку, что у нас было? Давайте снайперку, да? Ага. Все. Надо тогда снайперку использовать. Так, что здесь? О! Фрагментик! Хорошо. Так, револьвер, да? А! Это не револьвер, это магнум! Нет, ну тоже револьвер как бы, но помощнее. Да, ладно, мы это дело используем. Гелюшка? Кумон? Позвонить нельзя. Плохо. Ну а хотя бы музыку включить тоже нельзя, да? Ладненько. О! Ты чё? Какого хрена ты не умер-то? Чё за подстава, а, друзья? Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо, только не обваливайся! Только не обваливайся! Зашибись! Зашел, значит, в здание, вышел в какой-то подворотне. Эпично. Ладно, давайте заберем... патроны, чтобы не пропадали. Где там это дело было? А, вот здесь. Какой-то чувак, видали? Я ему прямо в голову. А ему плевать, он пошел себе дальше. По делам. Нет, вообще, знаете, очень красиво. Мне нравится графика в этой игре. Ау, в этой игре. Опять стены поехали. Но здесь явно, я прям чувствую нагрузку на видеокарту и на процессор. Здесь очень много объектов. Да. В купе с хреновой оптимизацией игр, стандартных игр от Capcom. В общем, вы все видите, да? Воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Охренеть, путь обрезан. Назад-то. Значит, только сюда. Жесть. Я так понимаю, что город здесь как будто сжимается, да? Причем психушка здесь никак не задевается этими изменениями. Так, аптечка, хорошо. Ну-ка. Запчасти, неплохо. Можно... поделать болтики. Кстати, друзья, эти плак... Твою мать, хотел про плакаты поговорить. А ты приперся здесь. О, у него, подождите, друзья. У него на спине какая-то хрень. Может, ее можно как-то подорвать? Топай отсюда. Ну-ка. Реально? Реально, но не виртуально. Вау! Не дурно. Так. Хорошо, гель забираем. Жалко, что на него потратили патрон. Целый патрон для снайперки. А, ну да ладно, плевать. Я хотел сказать, что здесь плакаты. Это, наверное, отсылочки, да, к чему-то? Жить сюда и только. Опа.
Умри! Умри! Ой! Куда полез, твою мать? Давай обратно топай! Хренов, блин, скалолаз! Так, зомби? Еще зомби! Здесь надо быть тихим. Тихим, чтобы бить без палева. Главное, не поворачивайся. Не поворачивайся, бро. Не надо. Здесь ничего любопытного нету. Да, получай, прям по черепу. Так, о, там кого-то жрут. Ладно, понял намек. Надо вот того вот мудилу забить. Пока он меня не видит. Так, тихо, палимся. Палимся. Давай, топай отсюда. Опа, хорошо, он повернулся. Так. Сейчас меня тот чувак спалит, блин, товарищи. Да, этого мы так забьем. А мента, от мента мы убежим. А, проклятые менты, даже зомби. А зомби-менты еще противнее. Мать твою, а, это не мент. Это какой-то депутат. Но, тем не менее, все равно тебя бить будет приятно. Твою мать! Как ты меня можешь жрать? Тебя пол рта нету. Божечки! Все. Отсыхай. Ну-ка. Заперто, ладно. Да что ж так у меня лагает-то нехило. Надо еще как-то... А, подождите, здесь вот есть дырочка, можно проползти. Надо его без палева. Давай. Все, неплохо. А, не надо его поджигать. Твою мать. Зачем ты поджег его? Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Пора грабить ящики. Да, скудненько. 4 ящика разбил, или 3? Или 4 разбил. Ну, неважно. В них вообще почти ничего не было. Это как-то печально. А, во, еще дверь есть. Хорошо. Привет, белая блузочка. Зашибись. Вау. Вау, чувак. Хорошо. А где снайперка? Или дробовик? Или хоть что-нибудь? О, плохо дело. Какой ты грозный малый-то. Вот логика зомби мне непонятна. Зачем они перелезали, когда там, блин, проход у них под носом был? Так. А давайте, знаете, что сделаем? Гранатку используем. Нет. Не сюда! Так, подождите, вы чё все разбежались-то? Ай, плевать, короче, топайте. Я сюда побежал. Так, допустим, а зачем я сюда пришел? Что-то нажать? Или что? А, может быть, что-то вставить? Или нет? Поджечь. Что это? А, ключи! Круто! Вот это реально здорово. Вау, твою мать! Какого хрена? У него автомат! У него, мать вашу, автомат! Еще и зомби, пошли нахер! Они друг друга херачат. А давайте подожжем. Нет, не получилось. Да мать твою.
Получай, блин, поганая мразь. Да дай пройти ты, еб твой налево. Все. Отдыхай. Надеюсь, ты был один. Вау, там еще один. Зашибись, ладно. Снайперка в помощь, да? Ты где там, блядь? Еще и зомби притопали. Че вам надо? Отвалить от меня. Автоматчик пропал. Да бляха, муха, дай прицелен нормально. Во! Нет, плохо. О, надо его поджечь. И все остальные горите, мрази! Только от меня отвалите. А то еще, не дай бог, сгорю. Воу! Тоже гори. Да как ты меня зацепил, ублюдок? Блять, как вот так хорошо все шло, и все-таки меня убили, как обычно бывает. А говно. Так, значит, я беру ключи, и начинается заварушка. Да. Окей, Enter. Опа, здорово, бро. А! Да твою мать, ладно. Раз тебя не берет это, возьмет тогда моя граната. Хавай гранатку. Детка. Да. Так, подожди. Там кто-то бежит, что... Воу! Еще и ты живой, блядь, что ли? Я думал, ты сдох, хотел тебя поджечь, а оказалось, что ни хрена. Все, зашибись. Ну что, понравилось, да? Да гори ты, блядь, гори нахер! И все остальные тоже горите. Давай, 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 давай. Чё не горишь-то? Чё не горишь-то, твою мать? Где справедливость-то? Нет справедливости в этой игре. Зато есть дробовик. Мазафака, получай, мазафака. Получай. Что еще? Кто еще? Кто еще? Вау, ты что тут дерешься-то? Дерется, смотрите на него. Да, всех поработили. Еще лезут. Надеюсь, вы, чуваки, не бесконечные, да? И у меня больше нет чем вас поджечь. Тогда будем использовать болты. На! Мадафака. Так, а вас уже не убить, да, таким образом? А, это плохо. Это плохо. На! Не сломить вам меня и мою волю к победе. На, мадафака. На! Давай, 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 давай. Чувак, быстрее! Нет. Не получилось. Хорошо, полечимся и топаем дальше. О, какой злой этот, твою же мать, а? Давай сюда свой гель. Так. Так. Что еще? Да ладно. Бедные жадные свиньи. О, спички. Неплохо. О, твою мать. Приплыли. Так, а как там менять? А, во. Ну-ка. Оп, прямо в ножку. Так, давай, давай, давай. Главное добежать и поработить его. Поработить вручную. Получай. Можешь по жопе попасть. Куда он убежал-то? Че бегаешь? Зачем ты бегаешь, чувак? Зачем ты это делаешь? О, больно. Ну как? Ништяк, да? Подожди, автомат-то взять можно? Чувак, отдай автомат. Мать твою, не хочет. Ладно, обойдемся без автомата. Неужели мы прошли это место? Пусть не с первого раза, но мы прошли, да? Так. Значит, по идее, я могу попасть туда, потом спуститься на нижний уровень, да? И сюда, наверное. А может быть и нет. А может быть я неправильно понял что-то. Так. Ну-ка, проверяем нашу теорию, да? Наверх или вниз? Куда пойдем? Давайте пока наверх. Вдруг ништяки. Да, уже что-то есть.
Патрончики, да? Неплохо. Что? Крым? Даже здесь Крым. Это мега эпично. Хорошо. Мне типа вот сюда, наверное, да? Можно пройти по контейнеру. Хотя, наверное, и возможно здесь что-то пропускаю. Может быть, секреты? Да плевать. Пока я их буду здесь искать, видео, блин, растянется, как обычно. Поэтому мы будем играть просто так. А секрет искать я буду уже потом, самостоятельно. Да? Палево? Палево? Да куда ты прыгаешь? Оу, твою мать! Да, бесшумное убийство совершил, эпичненько. Настолько бесшумное, что аж упал от радости. Так, дальше куда? Ну там вроде бы не пройти, только на трубу. Ага. А, черт. Да уж. Трупы. Их не поджечь здесь, в воде. Вау! Я беру свои слова назад. Хрен с ними, с трупами. Здесь что-то, блин, злое в воде плавает. Злое? Оно его захавало. Во, посмотрите, что это такое? Зачем он ящик трогает? Блин. Хм. Так. Так, блин, не нравится мне это дело. А что делать? Может быть, трупами его отвлечь, допустим. Опа. Так. Оно типа пошло труп хавать. Давай, давай, а мы поплывем. Надеюсь, я все правильно подсчитал. Да куда ты, блин, плыви! Мусорные... О-о-о! Давай, поднимайся! О, успел! Успел! Не падай, не падай, не падай, чувак! Держись! Что это такое? Что это, твою мать, такое? Вау! Оно меня спихнуло! Все, выбора нет. Плывем дальше! Давай, 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 бро! Здоровая-то какая! Фух! Успел, да? Что это такое? Мусорные пакеты? А нет. Это не мусорные пакеты, это что-то более зловещее. Так. А здесь этой хрени нету, да? Надеюсь. Ну, давайте, что ли, трупешник. Давай, 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 давай. Давай, плыви. Плыви, бро. Все, да? А, вот он! Ползет уже, здесь как здесь, блин. Тут как тут, здесь как здесь. Я тебя обманул, все, отсыхай. Ну вообще, как бы красный горит, здесь нельзя проезжать. Но мы же пешеходы, нам все можно, да? Больше я ни за что не полезу в эту воду. Согласен, чувак. Больше туда не ногой. Хорошо, мне бы еще зеркало найти. Засейвиться, заодно себя прокачать. Опа. О, велик. Чувак, бери велик. Намного быстрее мы с ним сможем пройти игру, чем бегая на двух лапках. Че такое опять? О, зашибись, что это такое? Вау, 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 вау. Почему потемнело? Не нравится мне это дело. Ни разу. Может быть... Да вы чё? Тихо, тихо, тихо. 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 Там по-любому кто-то есть. Или что-то есть. Полицейская машина. И что?
Детская коляска. Рувик! Чё тебе надо? Воу! Это злой Рувик был. Что с ним? Что с ним стало? Чё-то я вообще перестаю понимать происходящее. Воу-воу-воу, это что еще? Чё за руки, блядь? Чё за мега-руки? Гори! Те все вместе. Рувик, а ты гореть не хочешь? Не хочет. Твою мать, что делать-то? Куда бежать? Так, ладно. Здесь еще так темновато. Ой, руки, руки, руки! Руки, руки, меня забрызгали кровью руки! Это же руки этой девки-то. Как ее зовут, ты уже забыл. Лауры, да? Так. Надо вас как-то поджечь всех. Разом. Даже здесь я умудряюсь не забывать про гель. Так, знаете, что я предлагаю? Заманить их вот сюда. Вот труп девушки, да? И поджечь труп девушки. Давайте. Опа, а теперь бежим в огонь. Да, детка? Эй, отвянь от меня, стерва. Опять руки! Опять руки, 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 руки! Вы только посмотрите на это беспредельное зрелище. Так, хорошо. Что еще предпринять? Мартышка. Так, ой, тупик. Плохо. Ой, серва! Дай пройти! Опять руки, что ли? Так, ладно. Давайте что-нибудь помощнее возьмем, да? Например, зажигательный. Идеально. Чё, я в руки попал? Круто, конечно. Давай, давай. Вот сюда. Ха-ха-ха-ха! Горите, горите, твари. Да, неужели получилось? Да. Так, подделка только... Подделка какая-то. Подделка, да, я уже сразу понял, что это какой-то не похожий на настоящего Рувик. Слишком я его быстро начал бить, и слишком он двигался неестественно, как обычный зомби. Да? О, ящики. Так, что у нас здесь? Пакетик, пакетик. Пакетик мне ничего не дает, что очень плохо. А здесь? Тоже ничего. Опа, запчасти. Надо бы болты поделать. Хотя у меня их не так и много, этих запчастей всего 11. Я вряд ли что-либо смогу сделать. Замечательно. Замечательно. Меня закрыли! Тихо, что это? Вау-вау. Издеваетесь? Вот и у меня точно такая же мысль. Какого хрена? Какое грязное место. Меня постоянно кидает то туда, то сюда, блин. Это уже, наверное, второй или третий раз, когда я был в одном месте, а потом бам, и я резко в другом. И хрен поймешь. Что вообще здесь происходит? Это как-то связано с Рувиком. Так, а наша медсестричка здесь? Надеюсь. А, вот она. А ждет меня так подозрительно. Чувак, а ты здесь живой? Помните, там был тоже заключенный, который мне что-то там наплел непонятное? Детектив. Это я. Вы в порядке? Вы же понимаете, что меня никто не заменит. Ну да. Опа. Кто-то пропал. Пропал инспектор полиции Кримсон Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Подозрительно. Как это обычно бывает. Находит...
добрые полицейские улики и тут же пропадает. Так, давайте сохранимся. Так, да, все окей. Давайте здесь сохранимся, я еще пойду прокачаюсь. А все, что будет дальше, мы узнаем в следующей серии наших эпичных прохождений Evil Within. Спасибо, друзья, что вы со мной, что вы посмотрели это безумное зрелище. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, зовите друзей и, конечно, конечно, будьте на позитиве. Хороших вам видосиков, друзья. Всем пока. Хочешь тостера? На. Там, по-моему, кто-то еще, да? Хорошо, бутыль в помощь. А, давай. Ага. Фух, я малость промазал. При первой попытке. Так, ну здесь только сюда зайти. Кстати, это та же самая альтернативная реальность.